Большой праздник для гурманов состоится в предстоящие выходные. Региональный гастрономический фестиваль «Сибирский разносол» впервые проведут в Тобольске. В программе не только приготовление гигантской колбасы, мастер-классы, дегустация, но и многое другое. Сейчас идут последние приготовления. И наша съемочная группа уже находится на Красной площади Тобольского Кремля и готова рассказать об этом. Инна, здравствуй, ждем от тебя вкусных подробностей. Катя, добрый день. Вкусных подробностей пока нет. Ну, сама понимаешь, что фестиваль гастрономический, поэтому будет только свежая продукция и свежие блюда, поэтому все будет завтра непосредственно к мероприятию привезено. Что касается сейчас. Красной площади Тобольского Кремля. Уже павильоны некоторые поставили. Вот там будут у нас сельхозтоваропроизводители 16 со своей продукцией, наши местные. Здесь будут у нас рестораторы 10. Другие подробности у Светланы Живновской, представителя торгово-промышленной палаты. Светлана Евгеньевна, что будет еще? В течение 2 дней будет работать поварская школа, в которой каждый желающий сможет поучиться приготовлению традиционных сибирских блюд или интересных новинок от тюменских и тобольских шеф-поваров. Кроме того, будет работать горница мастеров, в которой как дети, так и взрослые смогут поучиться изготовлению традиционных кукол, предметов, а также посмотреть, как работают настоящие ремесленники. В течение 2 дней будет работать центральная сцена, на которой наши партнеры организовали нам интереснейшую культурно-развлекательную программу и будут разыграны призы по итогам этой культурно-развлекательной программы. Также можно приходить и нужно приходить сюда всей семьей, потому что будут работать и спортивные площадки, на которых можно будет попробовать себя в русских народных традиционных играх, ну, либо в современных спортивных развлечениях, что придется по душе каждому можно будет выбрать. Спасибо большое, Светлана Евгеньевна. А я хочу добавить, что все мероприятия будут проходить с исторической подоплекой. Все-таки фестиваль-то называется «Сибирский разносол». И очень много интересных фактов гости фестиваля узнают о Сибири. Я хочу добавить, что, наверное, к 6 вечера здесь уже все будет закончено. Ну, может быть, чуть позже. В 18 часов мы выйдем снова в эфир, и тогда уже будет полная и более яркая картина подготовки фестиваля «Сибирский разносол». Катя? Инна, спасибо. Другие подробности подготовки к «Сибирскому разносолу» смотрите в наших следующих выпусках, а мы продолжаем.